Здравствуйте, меня зовут Хуснора, я прилетела из Узбекистана, учусь на 4-м курсе в университете Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Я узнала о Беларуси, когда поступала в университет ТУИТ в Узбекистане. И 2 года училась в Узбекистане и прилетела в Беларусь. И учусь в 4-м курсе на факультете компьютерной системы и сетей. Я запомню Беларусь тем, что здесь очень хорошо преподают и здесь красивая природа. Я живу в общежитии, и мне там очень комфортно. Я подружилась с белорусскими студентами. Мы очень хорошо дружим и угощаем друг друга с национальными блюдами. После окончания учебы я не собираюсь уезжать из Беларуси, потому что хочу поступить в магистратуру в БГУИР.